Добрый день, дорогие зрители и гости моего канала. С вами Виктория Снежная. В этом видео мы будем делать с вами румбокс летнего сада. Это мой второй румбокс, и делать мы его будем под сильвашек, конечно же. Вот, то есть он небольшой. Сначала я беру плотный картон и склеиваю его в форме комнаты, две стены и пол. У меня встал выбор, каким фетром обклеить стены, чтобы это смотрелось более-менее натурально. И, честно, я не знала. Это был очень сложный вопрос. Я перебрала всевозможные цвета фетра и в итоге остановилась на зеленой травке, голубом кусочке, возможно, неба, и решила другую стену заделать искусственными цветами, искусственной решеткой из цветов в качестве живой изгороди. Все это клеится на клей, либо момент кристалл, либо момент столяр. И также в зеленом участке, который имитирует травку, я вырезала отверстие под грядку, которую мы с вами делали в предыдущем видео. Потом идет декор изгороди. Я опустила лозу, все сажается на клей, опять же, либо момент кристалл, либо горячий термоклей. Но тут нужно быть аккуратным, чтобы излишки клея не бросались в глаза. И также отдекорировала цветными красными ягодками эту живую изгородь, чтобы она была более веселой. По одной стороне я вырезала кусочек газона и прикрепила туда цветы, которые у меня оставались, чтобы сделать, ну, такую живую клумбу. Поставила круглый кустик, вот, и все это тоже наклей, потому что, ну, без клея никуда вообще никак. Мохнатые камушки пару штук, чтобы наша декорация была живая, и также можно добавить несколько настоящих камушков. Вот, да, наш румбокс становится тяжеленьким, но ничего страшного, на то он и румбокс. Что касается грядки, то для наглядности решила посадить туда остаток какого-то цветочка, и он очень хорошо вписался. Также сделала белый заборчик для того, чтобы оградить клумбу. Заборчик, кстати, на клей сажать не стала, пока что он просто прислонен, то есть его можно перемещать в разные части, и он очень хорошо вписывается. Заборчик делался из палочек для кофе, по-моему, они оттуда у меня оставались. И так как они тонкие и длинные, скругленные, они отлично вписались вот в такой незамысловатый забор. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, вам было интересно посмотреть такой румбокс. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока.